Интересно ваше мнение, это паль или не паль? Вот так запаковано, все четненько. Все спрятано, наклеечка. Разрываем. Здесь такую бумажку засунули. Непонятно зачем. Зачем она там нужна. Могу разыграть ее в комментариях. Подарю подписчику бумажкой за файт. Дальше. Все дела. Футболочка. В герметизированном пакетике в таком. Да. Так, сейчас нужно настроить эту движуху. Всем привет. Так, раскрываем. Не-не, все четко видно. Вот. Поймем тишину. А, все, я понял. Вот, помню, как я обзор GoPro-шки делал. Ты же записывал, да? Внутри камеры. Футболочка. Есть такие бирочки. Раз, два, три, четыре. И... футболочка из новой коллекции 2019. Здесь все четко видно. Дырка на спине. Сейчас, короче, одеваю эту футболку и гоню в самый пиздатый клуб Дубая, Base Club. Так, друзья, интересно ваше мнение. Давайте, пишите в комментариях, паль или не паль. Знатоки, буду рад посмотреть, почитать ваши комментарии, что вы скажете. Я разыграю пакет. Все, теперь одеваем. Да, еще был вот такой замочек. Он треснул уже. На нем тоже есть надпись Off-White 2013. А еще забыл сказать, кто угадает, сколько стоит эта футболка, точную цену. В арабских дирхамах, в эмиратских дирхамах, тому залетят пару ништяков. Забыл записать еще одну тему, вот бирки внутри.